Ну, первое сказать, что я думаю, что заслужена победа. Они забили еще 5-6 хороших моментов. У нас очень хотели победу перед паузой, которая идет в чемпионат. И хорошо, хорошо, что после такие серии неудачные успели выиграть. Ваши вопросы, пожалуйста. Если второй здесь становится, как собираетесь использовать эту паузу с использованием команды? Я очень хочу, чтобы игроки при травме были, чтобы начали тренироваться. Такие наш план, что есть время сейчас подготовить их к следующей игре, 2 недели до Бреста. Думаю, что так и будет. И надо чуть-чуть отдохнуть и работать. Нам только надо работать. Через работу добавить то, что нам нужно от результата. Андрович Стебенаков. В прошлом году одним из лидеров команды был Корытько, играл практически все матчи. В этом году он играет через раз, а сегодня вовсе не попал в заявку. Что с ним происходит? Ничего, он работает, тренируется. Просто мы не хотим готовить молодых футболистов, давать им больше шансов. Специально. Он в команде, он помогает, он нормально относится, тренируется, я думаю, никаких вопросов. У нас еще вопрос. Березинский, Трибунаком. Вы говорите, что было 5-6 моментов у вас, но вместе с тем болельщики были не очень довольны на трибунах. А все-таки, наверное, для домашней игры и после 1-4 от Кубка шел, наверное, все-таки они ожидали более атакующей игры, более уверенной. Почему такой унылый футбол у «Динамо» получился? Ну, мы можем убрать сейчас моменты. Я уверен, что минимально 5-6, и знаем, что было 5-6 моментов, но просто если бы больше забили, тогда бы болельщики были больше довольны. Просто очень тяжело после такой серии играть как Барселона, но мы что хотели, то и успели победить. И мы выиграли сегодня. Пожалуйста, еще вопросы? Фанатский сектор при этом скандировал не очень приятные кричалки в ваш адрес, если слышали. Нет, я не понял, почему я только был концентрирован на них, я не слушал, что... Но они скандировали «Рашевич домой», связь с фанатами утеряна. Ну, я еще раз говорю, я когда работаю, у меня концентрация на игру и на то, что происходит на поле, нет, на то, что болельщики говорят. То есть у каждого права на трибуне говорить, что хочет. Еще есть вопросы? Пожалуйста, мы не говорим другое место на сегодня. Подмаска Артем, скажите, пожалуйста, а вот эта победа над Витебском, это можно считать концом серии без побед? Ну, конечно, уже это конец. Когда выиграли, уже конец неприятной серии. Мы очень хотели закончить эту серию, и хорошо, что успели сказать. Разве Беларусь после финального ССК? Было такое ощущение, что игроки столкнулись с облегчением после того, как было понятно, что тречка ударила. Насколько важно было сегодня победить «Динамо» и как вы настраивались вообще перед игрой? Были ли какие-нибудь разговоры, конечно же, ваши с командой и, может быть, с руководством общалось? Ну, я общался с руководством, конечно, и общались, разбирали все наши вопросы. С командой я общался, как их готовил, только хотели расслабить, чтобы играли в футбол, чтобы не думали по результатам и что будет. Все это берем я на себя, только хотел, чтобы они играли на поле, чтобы показали качество, которое у них есть. А почему так думаю? Потому что на каждой тренировке я вижу, сколько они отдаются, сколько качество у них есть, просто надо их расслабить, чтобы это показали болельщикам и чтобы это принесло пользу на игре и результату. По нашей информации, последнее собрание акционеров проводил Сергей Чиж, сын Юрия Чижа. Вы с ним общались по поводу выступления команды, возможно, о вашем будущем? Сергеем Чижом именно? Да, я общался. Да? Какие ваши впечатления? Ну, общался по нашим вопросам. Футболисты, еще вопросы?
Какое-то усиление к Лиге Европы планируется, может быть, уже есть какие-то планы, наметки? Ну, поэтому вы знаете, это отвечает наш директор, и лучше, что я с ним поговорил по этому вопросу. Конечно, я очень хочу, чтобы мы с Ильей командой посмотрим, какие возможности будут, и как и с кем мы с Ильей командой. Последний вопрос. А Адамович уходит, у него контракт заканчивается? Тоже директор. Хотя я просто, я не думаю по тем вопросам, просто думаю по команде, по тренировкам, по игре, просто те вопросы все на адрес, директора. Но Адамович играет хуже, чем в прошлом сезоне? Связано, может быть, с тем, что нет определенности все это связано? Адамович отдается максимально, Адамович хорошо тренируется, отдается максимально на игре, просто ему не везет сейчас, как прошлый год. Прошлый год больше отдавал голевых передач, забивал. Сейчас старается, в моменте есть у него, но просто не получается, чтобы